Всем привет от Огром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Подписчикам огромный привет. Вас уже 800 стало. Вот смотрите, уже мне вот такую штучку на почту мне пришла. Собственно, спасибо вам за комментарии. Все были рады, что я вернулся к своим видео, продолжению. В принципе, я кое-что еще отснял помимо этого. Скоро будет еще видео. Не знаю, там раз в неделю, может, 10 дней. Где-то так вот, что надо время. Надо как бы что-то отснять. Что-то такое вот интересненькое. Сегодня, в принципе, я не стал показывать, как я аллозавра вырубил. У меня такое видео еще есть. Ну, как бы они нужны, чтобы потом грифона приручить. Это как бы самка. И как бы неважно, какого она уровня будет. Вообще там по барабану. Так, нужен еще листик, блин. Так, что тут дудушки лазят. Кстати, да, я выращиваю дудо. Скоро отдельно видео про них сниму. У меня уже есть они такие подросшие. О, сейчас я его прищу и упашу реку. Кстати, листик хорошая штука, блин. Он прокачивает животных, хорошего ля. Такой баф дает. Это, блин, что там и делают? Мышкой. Угу. Кстати, вы спрашивали насчет этого скина, который у Раптора. Да, его просто дали. Какой-то, я не знаю, может, праздник был какой-то, может, Новый год. Как бы я в игре не был. Потом зашел, глянул. У меня в инвентаре уже был вот этот скин на Раптора. Такой прикольный, такой мультяшный. И еще мне дали вот эти крылья. Как бы я никуда, в принципе, не ходил. Вот такие крылья. Кстати, хорошая штука, только, зараза, очень дорогая. Удобно, да, хорошо с ним там прыгать, не прыгать, блин. Так, где тут есть? На тебя. Ну, зараза, нужно будет потом искать коготь. Блин, забыл, как это, мухи, короче, да. И еще какую-то ерунду там надо будет на починку этой. Вот эти крылья. А так, в принципе, хорошая штука. Так что тут валяешься. Ну, сейчас уже приручится. Давай, ты жрать будешь. Да. Ты мне как бы нужен. Нужен. Да, хорошая такая ерунда. Можно с ней прыгать. Правда, как-то странно так, блин. Может, что-то. Дудошка. Больше вот такой. Нет, тут еще один. Так, что тут? Листики. Так, межеберия у меня нету, да? Там уже ерунда сейчас, пока месяц. Листик мой там бегает. Я сейчас межеберия наберу. Бочком. Блин, что-то игру обновлять не хотят никто. Ну, здрасте, колобок. У меня, кстати, есть колобок, он уже большой. И, кстати, в колобке прокачиваете веса много. И, кстати, если нету седла, возле камня я его поставил. И нажал бродить, и все, он будет добывать камень. Так, а что такое? Я уже думал, олозавра. Голод какой-то появился. Голозавра вроде все путем. Я ему жареное мясо кинул, блин. И все, не нормально. Куда ты там залез, дури? А что ж такое, блин, застрял? Так, что ты на мясо? А что, надо набрать 20 штучек. Есть. Так, что за фигня, не помню. Кусты, где же межеберри? Мне что-то не дают межеберри. Ну, о, что-то дали. Нормально. На мэна. О, еще два штучки. Прям хорошо. Кстати, я тут недалеко. На берегу, короче, живу. Где грифонка. Внизу грифонка. Ну, в принципе, кто это место знает, блин. Вот там обелиск. В принципе, тут недалеко до зимы. Так, это что такое? Непонятно, кто-то вырубил его. Что-то он валяется. Паразавр. Походу устал. Решил отдохнуть. Да? Что ты тут тасуешься? Иди сюда нафиг. Так, что-то он так долго, блин, загружается. А где-то балбес, я не помню. Ого,
Иди отсюда нафиг. Так, давай кешу покормим. Кстати, у них бывает такое, когда долго голодают, блин. Потом бам, и все, и невозможно приручить. На обезьянах вообще дурдом такой просто. Что это такое? Ты решил самоубиться? Офигеть. Сумасшедший паразавр. Ну что-то он вообще упуглый. Да, ну фиги. Как плывет. Он может решил искупаться. Вот уже проголодался. Быстро. Ну, сейчас будет плюс две жидки у меня. Нормально. Ну, эту заразу я трогать не буду, но... То, что насчет нападать, еще алозавра моего убьют. Что такое? Жоп получил стрелу. Ну что ж поделать. Тири-тири-тири-тири. Так, ты уже проголодался. Нормально прям. Прям хорошо. Да, еще мне немножко тебя покормить. Ты давай иди отсюда нафиг. Додоха, не додоха. Пятух. Ой, это сейчас уже зарудится, наверное, да? Блин, ну это прям вообще. И чё ты? Можешь побыстрее? Побыстрее можно? Ну, о. О, 91% уже. Хорошо. Хорошо. О, все, проснулась. На обезьяна. Блин. Ну давай ждать сейчас уже. Чё, обосра... этот... Поспалась, обосралась, медлага. Чё у тебя там есть? Так, вот это тебе не нужно. Это тоже тебе нафиг не нужно. Так, мясо. Мясо. Мясо, мясо. Сейчас мы тебе нарубаем мясо. Так, тихо. Тебя кормить. Ты хороший. Так, что ж ты будешь делать? Сейчас кого-нибудь зарубаем. И кого мы зарубаем? Давайте я зарубаем. Ты все равно нафиг не нужен. Трицератопс. Так, мяску. На тебе. Хватит тебе. Все. Давай гуляй. Так, ты еще гуляешь, что ли? На тебе еще. Еще тебе ягод. Так, листика моего не трожьте. Он нормальный, хороший. О, баф пошел. Ну, всем хорошо. Так, ну что, все пошли домой. Так, давай. Конь мой морской, пошли домой. Блин, главное, чтобы она не заблудилась. А то она сейчас начнет тупить. Деревья, блин, запутается, как всегда. Дом. Ух ты, ёпта. Так, пойдем, где-то у меня тут ворота. У меня база воротами обставлена, как бы, чтобы никто не зашел. Так, а где-то мелкая какашка, я не думаю. Ой, ты какой долгий, ёшки. Ну ты что там, в камне застрял, что ли? Ну, здрасте. Что домой-то не идешь? Пошли. Пойдем. Ну, что, где? Он открывается. Что вы там идете? Так что это... Так, где он, блин, опять-то? Что отстал? Ну, сволочь лазит. Давай, ну ты что ты? Массаж тебе сделаем. Все, сожрали. Ах ты, спадла, нога. Налетели на черепашек. Кошмар. Игилку убили нафиг, всех сожрали. Кошмар, аж, блин, забагало все, блин. О, господи, и скорпионы все подряд, блин. Чудики вы, блин. Все, убили бедных черепашек. Эх, вы бессовестные. Так, а где листики, я не помню. Ты где там делся, чудик ты? Эй. Ку-ку, ты тут? Ты давай вот там стой, блин. Все сумасшедшие. Чумачечие, пошли домой, блин. Где-то там есть. О, идет стрелочка, блин. Пошли тут. Пройдешь? Ты идешь? Вот их забодали, блин. Давайте стоп. Я говорю, стоп. Че надо? И вы сюда пришли, да? Воу, ничего себе, тут пирамидка. Так, пошли сюда поближе к базе. Что тут яйца валяются всякие разные. Еще что-то яйцо. Это, наверное, птеронодола. Так, у меня еще там есть алозавра. Так, все, молодцы, стоять. Так, не все нормально, здрасте. Как ваши дела? Так, листик что-то там не пришел тогда. Где он есть-то вообще?
листик, не листик, что-то скорпиошки. Это заблудились, да? Чудные, веселые. Ну фиг с вами. Постоите, ничего с вами не будет. Поперли до дома, короче. Вроде все уже на базе. Все путем. Яйки. Куда ты бежишь, чудо ты? Куда пошел? Ты кто такой? Ты кто такой? Давай, до свидания. Стоять. Все, все стоят. Тут там шум, блин, я не помню. Яички! Есть уже кровь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прям такие тяжеленькие. Веса мне прибавило. Блин, теперь вот эта хрень полная. Так, а тебе повышение, да? Так, дружок, давай пошли отсюда. То сейчас все тут запутайтесь. Я вас потом буду искать по всему селу. Так, что-то давайте сюда, 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 поближе, поближе. Все равно собрались, я вас потом расставлю нормально. Красиво, чтобы было. Так, все, все на месте. Стоять. О, что-то у меня там происходит такое страшное. Там какие-то сердечки. Непонятные. Ну, вот мои додошки тут, в принципе. Потом я вам видео покажу. Такая вот у меня небольшая база. Вот такой вот домик. Кондюшки, не кондюшки. Додошками тут лазят. Ну, в принципе, все, я вам показал. Давайте, всем пока. До следующего видео. Что еще хотел сказать? Всем молодцы. Пока-пока.